Последние 5 лет, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я просто не могу ответить. Ну, не понимаю, не знаю, чем занимаюсь сам. И поэтому люди додумывают сами. А так как видят они мое видео красивое, прекрасное, то они сами что-то сочиняют. Такое сочиняют, что да. Ну вот. Сейчас я покажу, чем я сейчас занимаюсь. Ну, для меня это отдых. Несколько дней отдыха выпало. Я вот беру дощечку вот такую вот, ну, подобные такие дощечки беру, нарезаю из них речки и собираю, в принципе, всякую всячину. Вот у меня тут лежит все это приготовленное. Собираю, используя инструмент, свой инструмент и профессиональное знание и навыки столяра 4-го разряда. И я делаю вот под цветы такую делаю. Вот это вот у меня люстра деревянная. Это вот ящички для алкоголя. Вот это они у меня в процессе сборки. Там еще надо собирать вот. А это вот уже готовые. Вот готовые ящички. Это вот на одну бутылку. Я бутылку тоже выпил. Это вот на 3 бутылки ящичек. Это вот на 2 бутылки ящичек. Вот такие вот ящички я делаю. Ну, скажем так, свободное от работы время.